Здравствуйте, друзья! Предлагаю вашему вниманию простой и понятный видеоурок, как можно сделать такие глазки для ваших вязаных или шитых игрушечек своими руками. В прошлом видео я уже показала свою маленькую коллекцию глазок для игрушек и пообещала в следующем видео, то есть в этом, показать, как своими руками легко и просто сделать вот такой выразительный взгляд для своих игрушечек. Для глазиков я использовала обычные черные глянцевые полубусинки диаметром 8 мм. Также кусочек белого фетра, чтобы взгляд малыша был более выразительным. И специальные реснички для игрушек. Также я использовала силиконовый клей в пистолете. Можно использовать обычный клей момент. И еще мне понадобились ножнички. Первым делом я приклеила свои полубусинки на кусочек белого фетра. Вот так вот я разместила глазки на фетре. И теперь вырезаем необходимую форму. Я вырезала глазки в форме вот таких капелек. Также вырезаю и второй глазик. Обязательно обращаем внимание, чтобы форма глазиков была одинаковой. Теперь мы можем приклеить реснички. Для полубусинок диаметром 8 мм я примерно отрезаю ресничек на 1-1,2 сантиметра. Теперь нам нужно их приклеить прямо на нашу полубусинку. Для этого на нашу ресничку я наношу немножечко клея. Конечно же, с клеем моментом будет работать удобнее, но это можно сделать и обычным силиконовым клеем. Вот так вот аккуратно клеим реснички над глазиком. Вот так у меня получилось. Также клеим реснички и над вторым глазиком. Только не забываем, что белая часть глазика должна смотреть в разные стороны. Наносим клей на ресничку. И клеим над глазиком. Вот такой вариант глазок для игрушек я вам показала. Далее, когда вы приклеите свои глазки на игрушечку, несколькими стежками основной пряжи нам нужно будет прошить веко для игрушки. Тогда клеенная часть глазика над ресничками у нас закроется красивым веком.
Я надеюсь, вам понравился такой мастер-класс. Такая идея вам будет полезной. Вы возьмете ее себе на заметочку, и ваши игрушечки станут еще красивее и аккуратнее. С вами была Маша Степанюк. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новых видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! До свидания!